Так, ребятки, хотел показать. Помеха такая интересная образовалась. Товарищ на своем канале выложил, он тут мой сосед, радиолюбитель. Такая необычная, я с таким не сталкивался. Мало того, что, во-первых, понаставили и у него уже фонари, и ночью практически он не может уже принимать КВ-диапазон, потому что 9 уровней, 9 баллов уровень шума стоит. Ну, сочувствую я ему. Я знаю, он все смотрит мой канал, поэтому сочувствую тебе. Но ничего не поделаешь, только брать воздушку и стрелять эти фонари. Итак, помеха вот какая она, смотрите, очень интересная, необычная. Причем, обратите внимание, в очень широком спектре. Это в амплитудке я принимаю. Причем она нарастает. Но чем? Сейчас друзьям покажу подальше, может, интересно, локализация, откуда идет эта помеха. Вот такая вот беда у нас с помехами. Так что, кто с таким сталкивался, ребята, подскажите, что может быть. Очень интересно.